Хейо, гайс, с вами Шимки, мы продолжаем пройти игру под названием Dark Souls. Как вы видите, я вернулся вот сюда, в эту местность. Немножко нафармил. Один уровень себе обнул этого. И здесь, короче, был костерчик. Ну, чтобы сюда еще дойти, тут был суицидник. Я его загрел, чтобы он взорвался. Ну что, в принципе... У нас снова две развилки. Сразу давайте отправимся в Маджулу. И у нас развилка. Либо сейчас по тропинке пойти, либо пойти вниз. Либо вообще отправиться там, где болота эти сраные. Ясно. Ну, давайте тогда эти используем. Чё мне... А, так мне еще много не хватает. Подожди. Так, новый уровень. Но здесь я чувствую, я уже потеряю свою человечность из-за того, что там будет много взрывных, и я это понимаю. Так, раз проход. Давайте загрим, пускай челик взорвется. Это что? Это враг. Чистый самоцвет жизни. Нихера он там спрятался наверху. Я бы такого не заметил, если бы наверх на них посмотрел. В чем подвох? Я понял. Ключ от подземелий. Опа-наш. Что-то очень полезное. Так, старинный ключ, очень старый ключ. У нас еще и железный ключ, непонятно чего. Так, ключ от подземелья. Открывает камеры в забытой крепости. Ключ от камеры в забытой крепости. Давным-давно повелитель крепости, доведенный до отчаяния, проклятием распространяющий по земле, стал в каждой видеть распространителя заразы и начал запирать их в камере. Его дом превратился в тюрьму, и он бросил его вместе с умирающими пленниками. Понятненько.
почему мне такое предчувствие, что здесь будет преследователь? Вот. А, ясно, это не преследователь. Вы мне предлагаете пойти по крышам попрыгать? Можно. Хорошая ступенька. Ой, какой же ты умненький. Типа, ой, я тут похожу, как ничего не бывало. А там, короче, мой друг еще взрывной стоит. Ладно. Прикольно. Полезная дверь. Я думаю, не стоит рисковать. Ай, зараза. Так, там еще один сидит. Секреток нету? Нету. Я их еще слышу, до хера я слышу. Так, ничего тоже нету. Ну, тут я не открою, тут нужен лифт какой-то. Thank you.
Так, еще выше, да? Звенят. И там звенят. И тут звенят. Там же еще один босс. Прикольно. Фимиан скептика, чё? Фимиан. О, у меня есть один камень еще. Я как раз могу подняться в этот, в крысиный лагерь, там открыть еще врата одни. Так, и я ни хера не понял, что мне дали. Ну ладно. А, покатушки? Высосушки, блядь. Ух ты ж, ё-моё. Найс. Статуя преграждает мне еще хороший путь, я вам скажу. С костром. Опа, ключик. Если у тебя будет лиловое это, каменечная кость дракона, огненная бомба. Ясно. Мне интересно, в чем прикол той башни? Я просто туда идти, как бы не хочу пока тут костер. Так у меня просто и лиловой этой нету. А если я сдохну, сюда идти, хер знает сколько. Так при том я еще и человечность потеряю. Не, здесь только на лифте, походу. Я буду рад, если я найду сейчас ветвь. То, что мне две ветки уже нужно, чтобы активировать того челика. Увядшая трава. Увядшая закатная трава значительно восстанавливает заряды заклинаний. Увядшие стебель закатной травы восстанавливает большое количество заряда заклинаний. Цветущая закатная трава творит чудеса, но воняет она в... мгновение ока. А, вянет. Нужно ли говорить, что добыча такой травы невероятно сложно? Невероятно сложно. О, вот она. Фимиан скептика. Фимиан истощающий любопытный аромат. Чтение заклинаний требует полной отдачи от мага. Но этот фимиан снижает выбранное заклинание веру на единицу, работая только при помощи определенного человека. Фимиан не повышает веру, он лишь снижает требования к заклинанию. Понимаю. Вау.
Спасибо, что кровотечение мне не дал, чел. Так, давайте начнем с того, что... О, там еще одна печать есть. Я просто остерегаюсь, на самом деле, таких проходов. Ну давай. No bad. Так, итого у нас три сундука, включая четвертый там внутри. Парный клинок. Парирующий кинжал. Костяной посох. Значит, не мимик. Сосуд души. А теперь читаем все, что мы получили. Во-первых, сосуд души. Сосуд души. Покажите это кому следует. И сосуд, который может принять ваши души. С его помощью можно перераспределить уровни, но без должного руководства. Он просто лишит вас всех душ. Если вы на самом деле хотите начать с начала, отправляйтесь туда, где начало вашего путешествия. Не хочу. И снова у меня развилки, да? Да ладно. Ну а смысл? Ну спрыгну я сейчас. Ну и к костру пойду. Но у меня сейчас еще все фул. Но мне ветви нужно по-любому искать. До босса просто так я туда не пойду. То, что если я пойду, там сразу сольюсь. Хотя я могу призвать на помощь, как вариант. Но у нас еще по варианту было на крышу пойти. Вы помните. Но он стреляет по бочкам и ничего, в принципе. Я не хочу рисковать, пока я куда-то дойду.
герой, я спешить вообще никуда не хочу. Призываем по одному, сражаемся по одному. Вау. Обычный плод получил. Ага, открыл я вам. Открыл я вам двери, проверяйте, собаки. Пока я здесь ничего все не изучу, я вам хер открою. Так, большая душа солдата, зеленый цветок. Зеленый цветок. А, так у меня есть такие. На один фиг мне придется, походу, двери открывать. Хы. Давай сюда. О, там не одна собачка. Снова же, собака не одна, поэтому лучше не рисковать. Падает. Это мы сейчас поднимем. А это сюда, да, подъем? Хорошо. А, это как раз я вот здесь мог по крышам пробежать туда. А так я мог отсюда и спрыгнуть сюда. Не так уж и высоко. Красный череп. А, точно, я забыл, мне же до хера оружие понадавали. Так, поехали. Начало оружия. Парирующий кинжал мне дали. В отличие от обычного оружия, этот кинжал используется для парирования ударов. Тот, кто боится неудачи, никогда не добьется успеха. Настоящий воин, совершающий свое тело и разум, и всегда смотрит в будущее. Так, парный клинок. Парный клинок изготовлен из гистали. Изящный внешний вид указывает, что он предназначен для высокопоставленного рыцаря из Дранглика. Снаряжение из гистали обладает высочайшим качеством, но материал этого так редок, что в бою подобное оружие почти не встречается. Так, костяной посох. Посох, изготовленный из костей животного, усиливает действие волшебства и порчи. Должным образом обученные колдуны получают первый посох от своего наставника, достигнув определенного уровня мастерства. Тем же, кто потерпел неудачу, остается изготовить посох самостоятельно. Понятно, это посох с самоделком. Капюшон для путешественника. Легкая, прочная и удобная экипировка.
Куртка для путешественника легкая, прочная, удобная. Поножи. Можно как раз и посмотреть. Может, они даже будут получше, чем мои. Кто его знает? Не, по статье херовей. Так, подожди. Так. Снова по статье херовей. По статье херовей. Ну, вес, конечно, получше. 40 дамаги. Ну, хотя это для парирования. Фу, испугался. Так, подожди, а место знакомое? Что мы тогда делаем? Как вариант, мне нужно ветвь. С боссом просто так я не хочу сейчас сражаться. А у меня даже больше проходов нету, да, никуда? Мне бы, конечно, желательно ту вещь тоже забрать. Но я не уверен, что кувырок сделал. Блин. Ладно. Давайте, короче, сражусь, если будет босс. О, там еще проход есть. Ну и куда ты уходишь? Бам, бам, бам. О, еще с него шмотка попала. Самоцвет жизни. Как я не хочу туда заходить, это жопа. Окей. Тут в натуре печати нету. Но хотя это обычно может быть дым переходный. Да, это обычный переходный. Топ-т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 оп
найс. Ну, смотрите, здесь, в принципе, кто у нас... Какая-то локация, скорее всего, босс будет это Гаргулья. Как вариант. Ай, подожди, я ж новую локацию открыл, куда я телепортируюсь? Ну, если что, ребят, помните того фантома с мечом? Что на меня нападал? Я его убил. Там, где еще какую-то бочку скидывают, он как раз там появился, я за счет... Найс, там есть что-то. Большая душа. Знаете, он там спрятался. Нихера их там. Нормально. Хорошо, что на него все-таки тогда не спрыгнул. Так, а теперь нужно быть приготовленным. Ай, блин, а давайте наверх. Или там... Локотель из мира. Давай призовем. Так, что там за щит? Треугольный щит с цветком. Редкий щит из соображения раскрывающего щит цветка. Почему цветы так прекрасны? Почему нам так нравится смотреть на них? К сожалению, цветок, изображен на этом щите, давно уже исчез, как вид. Эффект восстановления стойкости. А, ну у него... Ладно, не хочу фляху тратить. Большая душа солдата. Ко мне подойди.
хочу там рисковать. Поэтому ты идешь со мной очень медленно. Я могу двух призвать? Прикольно. Чё там так опасно? Подожди. Так, я пока с этой дамой похожу. Блин, то, что вот она слопит, если она меня закроет и меня взорвут, это будет плохо. Все равно я еще слышу, значит еще рядом здесь. Так, раз, там что-то лежит. Так я что-то заходил, там же никого не было, что за бред. Ну ты иди! Спасибо. Душа гордого рыцаря, ключ камень Фараса. Оп. Оп. Оп, без ключ. Сейчас еще наверх сходим, освободим челика и сходим на босса, попробуем. Манать, я думал, он дружелюбный. Копье Хейда. Копье Хейда. Копье, выкованное в Хейде. Особый сплав делает его очень прочным. Состав этого сплава хранится в тайне. Однако попытка воспроизвести его в Дранклике привели к созданию похожей по своей стали Вайронский. Пизда. Гладкий шелковистый камень. А
Ага, и там еще что-то есть. Тут ничего нету. Лучистый самоцвет жизни. Ну чё, девчуля, полетели. На кону 13 тысяч. Ага. Может, поможешь? Да он надоел. Атакует. Не-не-не, подожди, ты так рано не умирай. Давай, 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 ему один удар остался. Давай, давай. Изи. Спасибо тебе, мир. Из мира. Душа забытой грешницы получена. Все. Вещи. Душа, душа, бойцам, душа. А чё мне не дали? Её душа. А, вот, душа забытой грешницы. Получено множество душ. Или, может быть... Душа забытой грешницы. Пленница холмы грешников. Забытая грешница обеспечена вечно наказывать себя за грехи прошлого. Используя душу забытой грешницы, можно получить множество душ или создать невероятно ценный предмет. Хех. 53 куска. Хех. Проверочки. Если что, у нас камень Фароса, и значит я мог пойти там, где мы крыс убивали. Ароматическая ведь былого. Гриб Элизабет. В смысле гриб Элизабет. Но ветвь это очень хорошо, я сейчас разморожу одну из двух. Либо в начальной локации этого челика, который держит рычаг, либо разморозим челика, который закрывал костер. Ну, я думаю, его уже не нужно размораживать, он нам не нужен в какой-то степени. Хотя это NPC. Рассекающий нож. Острый металлический нож, вызывающий кровотечение. Металлический нож, он призван скорее вызвать у жертвы кровотечение, неужели нанести прямой урон. Это простой... В использовании оружия, но его дальние поражения и урон крайне ограничены. Однако, если у жертвы будет кровотечение, ее максимальное здоровье уменьшится. И еще там мне что-то дали. А вот гриб Элизабет. Особым образом обработанный сушеный гриб вызывает усердившее чувство эйфории и со временем восстанавливает здоровье. Святая Элизабет посвятила свою жизнь помощи страждающим, составляя лекарства и зелья. Говорят, что с ее добродетельностью можно сравнить лишь ее красота. Но точно этого не знает никто. Это, кажется, если не ошибаюсь, помните огромный гриб был, который в DLC в первой части?
Главный костер восстановлен. Wait, what? Меня куда-то переносит. Тебе удалось получить душу древнего. Это больше, чем удавалось кому-либо из нишити. Ладно, новый уровень. Все в ловкость отдаем. После того, как я прокачаю все в ловкость, я не знаю, мне, в принципе, стамина тоже нужна. Мне и стамина нужна, мне и жизни нужны. Но жизни, мне кажется, поважнее будут. Ну что, давайте тогда, думаю, на этом с вами закончу. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.